Привет, меня зовут Север, это прохождение мобильного арка, уже 8-я серия. Приятного тебе просмотра. У меня появился собственный дискорд-сервер. Здесь ты сможешь пообщаться, поржать, узнать все новости, связанные с каналом. А также в этом дискорд-сервере будут выходить все видео, которые выходят на канале на 10, а то и 20 минут раньше. Заходи, жду тебя. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. В этой серии я буду выжимать из себя абсолютно все ссылки, потому что мне уже практически некого приручать, так как меня сильно ограничивает уровень. Я не могу приручать каких-нибудь гигантов по типу гигантозавра или, например, Тусатеуса. Как бы приручить-то я их могу, причем с легкостью, просто я не смогу на них кататься. В общем-то, этот видос должен выйти после 7-й серии плюс-минус через 4 дня, по идее. А потом уже будет застой около недели, я буду фармить уровень. Об этом вы узнали только сейчас, а если бы зашли в мой Discord сервер, узнали бы об этом еще раньше. Разрабы раздают подарки в мобильном арке. Вот, пожалуйста, подарок в виде радужного яичка. Мне попалось Poison Grain, тут могут выпасть довольно-таки хорошие вещи, например, Оксиген Сёдла и тому подобное, там, я помню, мне падала полимерка, ну и прочее. В общем-то, довольно-таки прикольно, правда, прикол в том, что я информации про это событие вообще нигде не нашел. Итак, первое животное, которое мы будем приручать в этой серии, это Тираннозавр Рекс. Мой любимый динозавр в этой игре, да и просто любимый динозавр. А может быть, еще сегодня приручим спина, сравним вообще, на что они оба способны. У спина вроде как есть водный баф, да и просто он сам по себе быстрее, все равно он молодец. Но прикол в том, что спина очень плохо раскачивается, в отличие от Тирекса. Там же главный урон и ХП. И ХП, и урон у Рекса очень хорошо раскачивается, а вот в отличие от спина я такого сказать не могу. Блять, там еще грифон летает. Прошлый ролик, а именно 7-я серия, где я приручил только большерогого оленя и хеликотерия, получился максимально халтурным, к сожалению. Мне прилетели авторские права за музыку, из-за этих авторских прав мой ролик не продвигался от слова совсем, но, тем не менее, его увидело вроде как несколько новых людей. Как бы у меня творческая студия немножечко обманула, она сказала то, что как бы АП прилетело, но эту музыку можно использовать на ютубе. А по итогу это АП повлияло на продвижение моего ролика. Вот как-то так, да еще по продолжительности он получился довольно-таки коротким. Ну и поэтому он никому и не зашел, собственно. Там еще один рек, кстати. Давай его сюда отведем куда. А, все, уже убегает, да? Окей, если он уже убегает, значит... Значит, все, охуенчик. На удивление, у меня пока что не лагает. Нет, как бы я чувствую то, что далеко не 60 FPS, конечно, у меня. Все, Рек спит, наконец-таки, 130 уровень. Посмотрим, какой он у нас получится. Так, а у тебя есть прайм? Хотя можно грифона какого-нибудь завалить. Вот, пожалуйста, того. Он как раз-таки рядом с нами, и его бы по-хорошему убить. 2100 хп, я так понимаю, это хороший грифон, да? Нет, 70-й всего лишь, ну ладно. Там Рекс какой? Улетел к чертям. 20-й, хорошо. Его можно завалить. С одного куска Рекс приручается на 32,7%. Последний укус. Давай. Давай быстрее. Все, 194-й Рекс. Сейчас мы отдадим ему седло. Покатаемся на нем, естественно. По статам, конечно, так себе, но ХП у него нормально, урона мало, веса средний, стамины... Ну, стамина будет очень быстро отравиться с банданой. Ах, класс. Ну, что, шагает так прикольно. Смотрите, какая классная шапочка продается в магазине. Сейчас мы ее нацепим на себя. А, я не помню, чтобы она раньше в магазине продавалась, но, может, и продавалась. Ну, прикольно, прикольно. Нашел 120-го фронта, а искал по итогу спином. Да, вот, пожалуйста.
У меня Бронто вроде как 89-й или 90-й, нет, 90-й. И этот 90-й Бронто ничего не может. Это 120-й уже, при приручении будет практически с 200-й. Так что да, давайте его приручим, потом приручим спина и, скорее всего, на этом закончим видос. Да, в принципе, да. Последний дротик и все. Я думаю, поспать на моей кроватке 9 часов, и он должен приручиться. Итак, 120-й Бронто приручился, по итогу он получился 179-м. Так, во-первых, всем стоп, во-вторых, всем пассив, и в-третьих, всем нейтрал. Вот. Так, по статам. 13600 хп, 740 стамины, 2500 веса и примерно 300 урона я не увидел. Ну, в принципе, неплохо, за учетом, конечно, стамины и урона, но ему стамина нафиг не нужна, а урон, ну просто позволяет побыстрее собирать ягодки, вот и все.
такой вот ролик у нас получился. Напиши, пожалуйста, в комментариях, понравился он тебе или нет. Если не трудно, поставь лайк. И до скорых встреч. Помни, все только начинается.